Да. Идем на школьную 3. Ой, так из наших, вот из близких, никто на школьной 2 не жил, насколько я помню. За исключением, когда еще мелкими совсем были, ребята тут жили некоторые, с кем мы во дворе играли, но они потом повырастали, не успели, их еще мелкими повозили на материк. Единственное, кого помню, что Ритка Вильчик и Катька Вильчик здесь вот жили, в третьем подъезде, или на четвертом, или на пятом этаже. И в четвертом подъезде Костя Клименко жил. Это одноклассник моего брата Лёшки, который с пятого этажа, вон отсюда вот, вон с того окна выпал, отряхнулся, головой потряс, пошел домой. А, это когда мама? Когда мама в обморок упала, да. Она очухалась, а сын живой в квартиру заходит, и она опять в обморок. А здесь склады были, это самое. Сначала ресторан, вот тут вход в кулинарию, сюда мы бегали за пироженками. Картошку, пирожные за 22 копейки, вкуснее я больше не ел никогда в жизни. Только вот здесь, вот в этой кулинарии, самые вкусные были пирожные. А потом здесь... А, слушай, да. Слушай. Да, потом в интернете посмотрим. Определим. О, тут какие заросли. Да. Уоу! Привидение! Вот это вот 9-й дом, видишь, на крыше там деревяшки гнилые. Ага. Вот, вот в этот подъезд, это 3-й подъезд, сюда Виталик с Леной в прошлом году пытались зайти. Зашли, и лестница под ними обрушилась. Не смогли подняться. Они нужно было на 3-й подняться. На 2-й. Вот эти вот окна без рам на 2-м этаже. Тут Лена жила, Соломонова, Виталика жена. А давай-ка в магазин зайдем еще. Интересно. Вот наверх лестница разрушена совсем. Там раньше была это парикмахерская наверху и большой весь второй этаж магазин этот промтоваров. Там все и сапоги, и пальто покупали. Вот. А парикмахерская там была. Да, ну это вот у нее этот гастроном. Он в этой половине. Просто гастроном, причем самообслуживание. Тут вот ряды были, мы тут сгущенку пили. Зайдешь, между рядами походишь, возьмешь какую-нибудь фигню там, коробок спичек, выходишь на кассу, а в кармане этот сгущенное молоко или какао сгущенное. Ну, попадались. Но попадались в основном на воровстве спичек. Мы очень любили спички воровать. Вот, не потому что денег на них не хватало. Спички стоили одна копейка коробок. Но мы и нам их не продавали детям. А нам нужны были спички, потому что мы из них делали все. Все бомбочки, все. Сер это делали. Вот. А здесь вот, здесь, тут как раз. Да, это подсобки. Здесь я никогда не был, конечно, в подсобных помещениях, магазинах. Вот, а в этом крыле был этот овощной. Кстати, тут это. Ух ты!
разбухи. Ничего не читается. Вот тут читается. Чайник, тостер, Барби. Ну да, это уже последнее время. Да, но цена уже в 1000. Ага. Очень интересно. Документ. Ты понимаешь, что вот именно в этом магазине мы покупали икру красную из бочек деревянных. Вот здесь. Ну, а здесь и алкоголь был, и овощной, и мясо. Вот здесь. Вот бочка. Нет, без бочек. Молочный магазин в другом месте был. Нет, икру куда складывать? А, это в банке. Да. Ну, икра красная, ее привозят в бочке. Какой? Деревянные бочки, да. Внутри полиэтиленом каким-то переложено было. Бочку открывают, ее надо всю продать, иначе она протухнет. А как ее продашь, если у каждого дома свои банки с красной икрой? Поэтому заставляли в нагрузку покупать красную икру, когда покупаешь колбасу там или мясо там. Уже там никому не нужна икра, но все равно заставляли. Заставляли покупать, да, заставляли. Так плохо при социализме жилось, блин, от красной икры пухли все просто. Икру в нагрузку вообще продавали. Ага. Так просто не было. Так. Никто не покупал. Двором пройти. Ну. Тоже она в конце есть, но опасно поднимать. Нет, тут крепкая лестница. Давай, ну, просто я не думаю, что там что-то интересное может быть. Магазин есть магазин. Заднее крыльцо. Заднее крыльцо. Тут подъезжала машина и выгружала здесь овощи. И тут такой короб был, прям в подвал. Ссыпалась картошка, там свекла. А много картошки просыпалось на пол. Мы пацанами подбирали эту картошку, которая просыпалась на разгрузке. И тут же брали ящики, ну, тару пустую из магазина выбрасывали. Мы эти ящики брали, жгли костер и пекли картошку прямо здесь, вот во дворе, вот тут. Школьная 3. Вот квартира 7. Это Вальшевские. Нам нужна квартира 12, 4 этаж над ателье. Где? Вот здесь получается. Ну тут первый этаж, все было ателье. Вот. Ну вот. Я. Записываешь? Да. Вот я не записала, к сожалению, имени. Мы как-то торопились на слете, я не знаю почему. Записала школьная 3, квартира 12, 4 этаж. Над ателье. Направо. Ну, направо, опять же, направо сразу или направо вторая. Мы не знаем. Поэтому мы снимем на всякий случай две, если сможем подняться. Направо, левое, направо сразу. А, ну, наверное, просто направо сразу, да? Но имени я не записала, поэтому... Нет, дело не в ателье. Говорили, что в одном подъезде вот Вальшевский, Сухов, молодой, один, тоже на втором этаже. Двое братьев Суховых, выше прямая квартира. Мартышева здесь жила. Этот Кошелев здесь жил, Андрей. Нет, здесь не опасно. Ой, я сказал, седьмая, не седьмая, четвертая квартира в Андрюхе Вальшевском. Вот он. Вот тут зайка жил. Зайки. Да, я ж вроде бы снимал ее. Да, я не снимал. Ну. Да, вот Андрюха Вальшевского квартира с зайкой. Красные фотообои. Угу, ой. Еще пузырь от сангрии стоит. Ты сразу узнал, даже без наклейки? Ну, это только сангрии такие бутылки. И тут в этой ванне я спал однажды. Это что? Ну, не давали мне поспать. Мы тут в компании сидели, человек 8. Музыка, танцы, пляски. Я что-то уставший, хотел поспать. Пошел в ванну, там улегся и уснул. Вот тут Сух жил.
А тут Васюков жил. Васюкова был самый запоминающийся телефон. Его кто-нибудь спрашивает, как тебе позвонить? Он говорит, сколько водка стоит русская? 5.30. Вот это мой телефон. 5.30. Что значит? Да. У меня был телефон 3.46. Значит? Да. Потом добавили впереди 68. Но это уже последние годы мои. Так. Номера квартиры не сохранилось на двери, но вот 12. 10-11. Квартира Виталика Жиделева. Ладно. На видео. Хозяин узнает. Вот тут еще и люстра на кухне висит. Холодильник обклеенный. Тут тоже меблировка сохранилась. Вид был когда-то чудесный из этого окна. А теперь как будто после бомбежки. Какую бригантину? Бригантины при мне здесь не было. Это уже поздняя эпоха. После развала Советского Союза. Вот. Купил я однажды в молочном магазине вот там. Крайне. Да. Вход с той стороны. А. Купил яиц. Десяток или два десятка. И сумку положил. Иду с этой сумкой. Вот здесь, по этому тротуару. Навстречу из 25-го магазина выходит Леха Митрошин. Подходит ко мне и со мной здоровается очень оригинальным способом. Берет носком ботинка мне по сумке. Хрясь, что там и несешь? Я принес домой, там штук 5 или 6 целых оказалось. Однажды иду я мимо этого подъезда. Сидит Жора же. Рядом с ним Бачена. Саня Баченков. Бачена рассказывает басню. Я до сих пор помню некоторые строчки из этой басни. Звучало это примерно так. На горе стоит пивная, распивная, расписная. Расписная, распивная, на горе стоит пивная. Ёжик, первый алкоголик, занимает первый столик. Забегает царь зверей. Говорит, дайте выпить поскорей. И еще в таком духе басня про зверей, как они в пивной там. Бачена рассказывал с таким выражением. Мы с Жорой тут со смеху просто катались на этом крыльце. Вот. А Бачена уже нет. Он был офицер. Закончил авиационное училище военное. Разбился на самолете на 26-м. Где-то на севере. Хатамансийск, что ли. Уже майором был, когда погиб. Там... полный, ну как полный, человек 12, наверное, инженеров авиационных летели на самолете и разбились. Вот, теперь пойдем подъезд к Жоре и к Снежане. Что? Так. Рядом сволочь тупая, чмо, алкаш, бич, помоешь.
Вот квартира Жоры Жиха. Еще дуршлаг на стенке висит. Смотри, столик еще нужен. Ага. Ну и впереди вот такая, да? Ванная сюда. Так. О, тут кто-то живет. Натоптано. Еврашка, что ли? Да, целая тропа. И здесь вот. А, это птицы. Фу ты. Еврашки не живут в многоэтажных домах. А медведи с квартиры заходят. У меня есть фотка. Да. Так, пойдем к Снежане теперь. Да, это... квартира Жоры Жиха. Вот. Там есть номер, что ли? Да. 27. А обои, видишь, что там нарядные? Угу. Пеленка какая-то. Моющиеся обои. Прекрасные какие-то обои. Да. Что-то рама внутрь вывалилась. Ну да. Мойка, под ней мусорное ведро. Слушай, а здесь они, у них так построили, или они сами переделали? Нет, ванну? Нет, нет. Это вот ванна. А вот у вас оттуда надо? Ну, у нас другой проект. Вот это, школьная 3, школьная 4, это одинаковые дома же. А, нет, не вру, они не совсем одинаковые. Там... первый этаж вообще занят. Ну вот. Северный дом. Княженика. Княженика. Это княженика. Неожиданный сюрприз. Около кинотеатра «Шахтер» выросла плантация княженики. Ну да. Вон, вон, смотри, красненькая. Вон, 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 смотри. Ой, есть. Подожди, сейчас. Ага. С виски. Да. Да, вот мы пришли, чтобы снять эту пристройку.
Где-то здесь у ней был секретный проход вентиляционный, по которому можно было по трубам проползти прямо в зал и смотреть фильмы до 16 втихаря через решетку. Давай. Кинотеатр наш построен был по немецкому проекту. Возможно, да. И где здесь ход? И мы не знаем. Фантастика. Здесь раньше качели стояли железные, здоровенные такие. У меня даже фотография есть этих качелей. Ты здоров. Ну, тут пожар был, все оплавилось, сгорело, и крыша рухнула. Это было видно. А вот видишь это? Ну, где-то вот там, где-то там вот решетка стояла. Можно было через ту пристройку попасть вот туда, проползти по трубе, и через решетку смотреть вот сюда на экран. Нет, наоборот, экран был там. Здесь был экран. А это вот, мне кажется, как раз отверстие, через которое... Нет, нет. Вот там. Да, да, да. Вот, вот там, это самое, были как раз будки киномехаников. Вот в той стороне. Там, да? Да. А экран был здесь, а это был выход. Вот, вот через этот выход выпускали после киносеанса. А здесь заходили в зал. Вот тут вот заходили. Вот тут был подъем вверх. И вдоль той стенки был подъем, лестница. Вот. И вот. Интересно, кто там? Или что? На втором этаже был буфет. В антракт ходили пить березовый сок. Ну, видишь, разрушается. Оно, может быть, что-то падает. Отрывается, ломается. А? Фойе, да. Тут тоже маленькая такая стоечка была. Тут тоже сок, сок пить продавали, это пирожные. Тут касса, а нет. А, ну да, здесь касса. Вот мы заходили, здесь билет покупали, вот тут в окошке, и проходили в зал.